Ситуация с распространением африканской чумы свиней в нашем регионе приближается к чрезвычайной. На сегодняшний день очаги заболевания уже обнаружены в 6 районах. О том, какие меры предпринимаются для ликвидации данной инфекции, мы поговорили с временно осуществляющим полномочия председателя комитета ветеринарии Волгоградской области Андреем Агафоновым. Андрей Александрович, насколько сегодня в области сложилась сложная ситуация с распространением африканской чумы свиней? И какова реальная угроза, что карантин будет введен на территории всего региона? Ну, на данный момент, в период с 18 июня, на территории Волгоградской области зарегистрировано 4 очага африканской чумы свиней. Это у нас Ленинский район, 2 очага, Средняя Ахтуба, 1 очаг. И последний очаг от 17 июля зарегистрирован на территории села Ивановка Октябрьского муниципального района. За 20 дней до возникновения очага в данное подворье приезжали родственники из Среднеахтубинского района, которые по данным соседей осуществляли реализацию растеневодческой продукции. Вот насколько вообще реально то, что будет у нас карантин введен на всю область? Ну, в связи с ухудшением ситуации, с возникновением вот этого последнего случая, Министерством сельского хозяйства и Россельхознадзором Российской Федерации предъявлены требования губернатору о наложении карантина на всю Волгоградскую область. Но при изучении ситуации губернатором было принято решение о введении ограничительных мероприятий по второй угрожаемой зоне на территорию всего субъекта. Данное мероприятие позволит избежать больших экономических потерь как со стороны субъекта, так и поддержать наших сельхозтоваропроизводителей. В этой зоне будет запрещено реализация свиноводческой продукции и живых свиней на территории рынка. Будут выставлены охранно-карантинные посты с целью контроля за движением животноводческой продукции через территорию Волгоградской области. А какие меры власти региона предпринимают сегодня для ликвидации данного заболевания? Ну, в данный момент вот на территории Среднеахтубинского и Ленинского муниципального района проводятся карантинные мероприятия. Отчуждение уже закончено. Закрыты рынки. Реализация животноводческой продукции осуществляется через торговую сеть при наличии ветеринарно-сопроводительных документов из предприятий, работающих в режиме закрытого типа. Во многих городах, где введен карантин, нельзя реализовывать продукцию именно на рынках, а в магазинах можно. С чем это связано? Данные требования предусмотрены инструкцией по ликвидации африканской чумы свиней, хоть она и 1980 года, но требованиями этой инструкции руководствуется как прокуратура, суды в своей практике и соседние субъекты, которые имели опыт борьбы с африканской чумой, тоже основывались на данную инструкцию. Андрей Александрович, а почему во многих городах и районах, где уже введена первая угрожаемая зона, нельзя торговать не только мясом, но и молоком и другими сельхозпродуктами? Вопрос в том, что вирус африканской чумы имеет много факторов передачи. Фактором передачи может быть корм, неподвергнутые термической обработке транспортные средства, спецодежда, предметы ухода. Именно поэтому реализация животноводческой продукции на рынках запрещена. В торговую сеть поступает продукция промышленной выработки. В основном это предприятия, работающие в режиме закрытого типа. Только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество товара. Но раз уж заговорили про фермеров, расскажите, какая поддержка им сегодня оказывается и какие компенсации получают те люди, у которых провели отчуждение свинопоголовья? При отчуждении свинопоголовья производится компенсация в размере 85 рублей 90 копеек. Все зависит от того, насколько быстро будут собраны сведения с населения на получение этой компенсации. Необходимо иметь сберегательную книжку на данного человека. На этого же человека должно быть зарегистрировано свинопоголовье в сельском поселении. А как, по-вашему, когда может быть снят карантин в тех районах, в которых сегодня зарегистрированы очаги африканской чумы свиней? Карантин снимается по истечению 30 дней с момента отчуждения последнего поросенка на данной территории, в 20-километровой зоне от очага, и по проведению всех мероприятий согласно инструкции. Как только заканчиваем проведение мероприятий, отсчитываем 30-дневный срок и снимаем карантин.
Андрей Александрович, спасибо вам за беседу. Спасибо.